все соки должен из нее выжать. Томатные. Страсти, страсти добавь, давай! Что здесь происходит? Ты что, пацан влюбился? Готовь этого последнего лошара к первому свиданию. Хочешь целоваться на помидор? Да. Хочешь, и тебя кое-чему научу. Дима, в твоем случае только вот это. Чего ты ржешь, а? Данька, вот ты слушаешь, этот Казанова всего два раза за жизнь видел женскую грудь. Сначала мамкину, когда мелкий был. А потом? И вообще, выкинь нахрен этот помидор. Вообще-то, на этом помидоре еще мой дед тренировался. Девочки, хочу вам рассказать крутой лайфхак. Короче, скажите мужу, что вы уходите, сами спрячьтесь, и вы увидите всю его сущность. Дорогой, я пошла. Чё, свет сложно было выключить? Сучка. Сучка? За это я его убью, это мои носки. Да, бро, чё, в пятницу стриптиз? Ну, своей скажу, что к Лёхе на даче. Катюха, если ты меня сейчас смотришь, знай, твой Лёха тоже тот ещё кобель. Фу. Это он и при мне такой. Алло, милая, привет. Соскучилась? Я тоже. Да нет, я не смогу приехать, потому что я занят. И я подыгрываю своей жене. Потому что она думает, что она у меня самая умная. Прислушаться к ощущениям. И раствориться в абсолютном блаженстве. Дима, нам надо поговорить. Смотри, один семейный психолог сказала, что раз в месяц нужно выделять день и извиняться друг перед другом. Ну, нельзя все держать в себе. Ну, давай попробуем. Извини меня, что отвлекла тебя от твоих дел. Да ладно, ничего страшного. Играй в PlayStation вместо того, чтобы сходить со мной в магазин. Извини, что я не доел. Потому что это невозможно жрать. Да ничего. Дима, извини, что твою кофту надела. Просто свою лень было искать. Это что, моя футболка? Это что ли? Ой, извини. Просто ей так классно полы мыть. Фу, что за запахи? Ой, извини, ты же сама сказала не держать все в себе. Так, все, Дима, заканчиваем с этими извинениями. Не-не-не-не, еще до конца дня 5 часов. А то смотри, сколько вариантиков накидал. Вот это вот, кстати, мой любимый. Залить вместо шампуня средство для облысения. Которое подействует через 15 минут. Ты что, охренел? Извини! Now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Во-во-во, полегче, сегодня что, собрание мафиози, им нужен официант? Алла, пойди, пожалуйста, зеркало. А то получишь от моего отражения инфаркт. Сучка. Tough guy, like a really rough guy. Ну все, милая, я побежал. А ты куда? Ну, в кафе, чтобы встретиться с директором салона красоты. Это та баба с этим размером груди? Да, ну это чисто деловая встреча. А чё? Да ничего! Ал! Ну и нахер эту встречу! Давай лучше это, дома фильм посмотрим! Опять объявил войну тараканам? Нет. Я за километр грязный памперс Артемия увижу. Ты думаешь, я не вижу, что у тебя в руках? Ну-ка, показывай. Угадай, что знаешь. За что? Где обручальное кольцо? Ну, оно где-то здесь было. Блин. А, нашел. О, аванпост. Блин, крутой фильмец, походу. И ты на него один собирался? Я думал, он тебе не понравится. Дим, ну это ж не твой первый секс, чтобы он мне не понравился. Вообще, очень обидно было. Все, я пошла. Куда? Собираться в кино. Я всего один билет купил. Так один дома и останешься. Точнее, с Тёмой. Нет, дорогая, это ты останешься дома, а я иду в кино. Смотри, чувак, самое главное — стиль.
Только не говори, что тебя опять облаяло так, что ты обоссался. Нет. Тогда почему ты в зимних ночах? Чика, вообще-то я учу, чувачка оставил. А, сейчас. Ты кому звонишь? И этот человек тебя учит стайлу? Да ладно, да ладно. Дьяхан по шмоту шарит. Хурмова учит. Фермова, не позорь меня. Фермова. А, сейчас. Пожалуйста. О, это я. А это я. Ну вот, чтобы не выглядеть вот так же, снимай, пожалуйста, вот эти вещи, которые ему мама еще в школе купила. В чем в школе? В институте. Короче, раздевайся. Ты еще и в его трусах? Он сказал, что они новые. Он у них был, когда мы первый раз переспали, это было 7 лет назад. Дай, надень, пожалуйста, трусы. Ладно, надену. А то еще раз увидите, ночью спать не будете. Фу, ты что, опять свои носки за диван выкинул? Ты куда такой ароматный собрался? На тренировку. Знаю я твои тренировки, там небось опять одни бабы будут. А ну какие бабы, а? Из-за твоих баночек с томатной зажарочкой мои баночки поисчезали. Мне тренироваться надо. Ну тренироваться, да? Ты, наверное, хотел сказать пялиться, да? Пялиться на этих сучек, да? Которые в зале чужих мужей забирают, да? Которые делают вот так вот. Постоянно в зале не делают, да? Вот так вот они делают, да? Прям вот так вот. Вот так вот они прям. Вот так вот, блин, делают, да? Вот эти вот. Вот эти вот. И вот так вот они потом делают, да? Прям вот так. А вот это ты самый любимый. Вот это вот прям. Перед глазами. Вот скажи мне, скажи. Скажи мне, да? Я права же? Я... Достала, блин, опаздываю уже. Jingle bell, jingle bell.